Татьяны Георгиевны Смирновой, которая композитор и пианист, профессор Московской консерватории, заслуженный деятель искусств РСФСР, член Союза композиторов России и кавалер Ордена Дружбы. Мы все, внимание! Я думаю, я очень рада с вами встретиться, мои коллеги. Мне очень приятно это. И я так думаю, что надо начать все-таки с музыки. Так, у нас немножко меняется встреча, потому что я предполагала, что я вначале расскажу, потом будет мастер-класс, потом будет музыка. Но я думаю, вначале все-таки лучше музыканты на сцене. Я хочу их представить. Это замечательные музыканты, которые работают во многих местах, выступают, и в частности я уже сотрудничаю с ними достаточно продолжительный срок, и они участвовали в моих авторских концертах и в разных встречах, так что я им очень благодарна. Они всегда творчески одаренные и очень, я бы сказала, приветствующие все новое, интересное. Они живут в музыке. Это самое, что ни на есть для меня, я думаю, для каждого из музыкантов, который работает в области искусства, самое драгоценное свойство. Любознание и любознательность, и желание что-то открыть для себя и для мира музыкального. Ну, я хочу представить музыкантов. Альбина Максимова Гавой, Елена Третьякова и Ольга Зайцева. А исполнят они для вас новое, как говорится, версию сочинения, которую записано на компакт-диске есть, и немножко в другом составе. Это дивертисмент в трех частях для гобоя. Вот редкий состав, кстати, я к нему очень тяготею. Я люблю редкие составы. Мне интересно всегда познавать и писать для нового, для того, что я не знаю или не слышала. И так вот возник дивертисмент для гобоя, виолончели и фортепиано. Есть вариант для гобоя, виолончели и арфы. А вот сейчас новый вариант по желанию музыкантов сделать для гобоя, альта и фортепиано. И мы тогда покажем вам вторую часть дивертисмента. Вот вы услышите сейчас именно эту часть, которая только-только фактически возникла в этом варианте. Мне самое интересное.